think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами Немочка. Решил я записать такой вечерний видосик, посмотреть, что тут по плюхам сегодня есть. И сейчас попробуем с вами, наверное, потратить самики, потому что есть обалденные плюхи и обалденные скины. В общем, поехали. Что у нас есть? Островок я уже сегодня забрал. Такс. Магазин. Ну, 2500, конечно, такое. За таланта давайте скин на Мэрио. Реально круто. И он, причем, скорее всего, бездонатный этот скин. У меня нету, к сожалению, монеток. Но у кого выпал, напишите в комментах, бездонатный или нет. И сколько реально он стоит без скидки. Коллекционер, как видите, тоже обалденный, я считаю. Потому что за Варевульфа есть возможность зафигачить сразу же 100 кроликов. Однозначно мы будем сейчас это с вами забирать. Так, тут надо делать так, и однозначно мы будем забирать награды за вход, потому что дают карточку. Плюсик получить. На немке, к сожалению, еще не открыли обмена. Ну, реально 5 карт можно собрать. Я вот завтра видите видос, как я собрал карты у себя на английском сервере, какие героя выбил, реально там кайф. Такс, хорошо, поехали, заберем часть плюх. Так, не могу все забрать, потому что у нас места не хватает, как обычно. Блин. С местом, конечно, как обычно, лажено без донати. У меня, конечно, куча еще и расходников левых, которые просто валяются. Блин, может это место добавить? Ну, все равно мне в любом случае придется ее добавлять рано или поздно. Так, вот такие вот плюшки мы забрали. Давайте сейчас пооткрываем, что можно и что нельзя. 5 сменок, отлично. У меня, правда, героев еще нету ни с эволюцией здесь. Скинчик. Отсюда нам упадет стрелок. Анубис. Довольно-таки неплохо. На эволюцию пойдет. Так, отлично. Ну, в принципе, неплохо. 30 слизняков, то, что надо. Опять места забиты. Хочу сейчас паролить под этот. Сейчас пооткрываем плюхи. Попробовать паролить под коллекционера. Возможно, выпадет, получится у нас ловить Варевульфа. Конечно, шанс не особо. Что там у меня по ЗПшкам? 15 миллионов. Но мы попробуем, по крайней мере. Может, получится. Циклоп, и уже места не хватает. Это реально печально. Блин, вот что хочешь. А, у нас есть кристаллы. Можно кристаллы пооткрывать. Учусь я, откуда это у меня здесь 3 карты на архидемона. Жесть. Чем дальше, тем хуже. Так, продадим эти сундуки. Бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас опять какая-то дичь выпадет. Кристаллический. Его можно продать. Он редко падает. Инженер, и места у нас не осталось. Так, давайте кого-то подкачаем. Так, 10-10. Стрелок у нас десятка. Ронина мы качать пока не будем. Так, оккультист.
меня на максималке. Блин, я смотрю такой, думаю, космо, нихера себе, где-то это хладный, похожий очень, кстати. Так, остальное сюда вливаем. Блин, можно было, конечно, и супер, ну, не супер питомцев, а обычных патов подкачать, что-то я не подумал. А, потратить на них, ну ладно. К ним еще дело дойдет. Такс. Такс, хорошо, с этим разобрались. Так, что по плюхам у нас? Тут мы плюшки забрали, тут у нас плюшки. О, вот что я вам хотел показать. Найм 3600 нам надо потратить на питомцев. И, конечно, я думал оставить на сундуки, там, на роллинге. Вот у меня есть 3600, однозначно я потрачу. Почему? Потому что у меня сейчас будет возможность словить... Давайте запашки доделаем. Дополнительные скины. Это реально круто. 3600 самов. Я считаю, можно и нужно потратить. Блин. Ну что с этим местом делать? Ну это просто жесть какая-то. Просто нереально. А у нас фон не использованный. Не повезет нам, наверное, сегодня. Посмотрим сейчас. Потратили, короче, 3 миллиона ЗП-шек, походу. Не упал на Вервульф. Ну и хрен с ним. Такс. Что я хочу? Я хочу потратить на вот эту вот акцию и сейчас добить себе короля. Мне он нужен будет для битвы гильдии. Реально, это обалденнейший герой и для подземок. Поэтому я однозначно буду пробовать его сейчас достать. Так, для этого нам надо, короче, слить все самоцветы. Именно на... Ну, по сути, 10 яиц, 11. 11 яиц сейчас откроем. Я надеюсь, что мне хватит самоцветов, чтобы нормально впритык все открыть. А то может быть западло. Такое тоже может быть. Где-то по самиках немножко не хватит. Придется потом квестами добивать. Потому что мы взяли место, надо было не спешить, наверное. Надо нам ровненько, чтобы 3600 улетело. А у нас это может не получиться сейчас. Да, и у нас это, кстати, и не получится. Тут надо нам 168, надо 50 самоцветов будет где-то, опять же, надыбать. Для того, чтобы забрать вот отсюда все плюхи. Вот видите, мне не хватает немножко самов. Совсем чуть-чуть, как обычно. Ой, как меня уже задрало. Совсем чуть-чуть иногда не хватает. Сейчас я вам покажу еще одну классную тему. Я бегал, смотрел, открылась очень офигенная предрегистрация, насколько я понял, на новую локацию, на немке, на других серваках этого нету. Давайте только все плюхи сейчас еще облазим. Клашер, так. Вот она. Вот так вот выглядит эта акция. Это не акция, точнее, ивент. Предрегистрация, насколько я понял. То есть вы регистрируете свой аккаунт и, соответственно, можете потом получить вот такие вот плюшки в зависимости от количества людей. То есть, я насколько понял, ну реально круто. Халявные плюхи, и только надо зарегистрироваться, залогиниться. 3000 человек уже залогинилось. Я не знаю, каким образом это будет дальше, но мы зарегались. На других серваках я не лазил, не смотрел. Но надеюсь,
там тоже будет. Такс. Окей, с этим разобрались, отсюда вышли. Вот так вот оно все выглядит. Поехали, перезайдем. Что тут у нас еще есть? Так, мы тут, по-моему, уже были. Блин, надо сейчас, короче... Хватайка или настолка? Не. Вот хватайка. Может, здесь повезет. Но здесь, конечно, не такой трэш на этом. На... А, здесь я уже даже использовал на английском. Там повеселей будет. Так, настолочка мы тоже забрали уже. А, мы сундуки оттуда забрали. Все. В общем, с этим, ребятушки, все. Давайте заберем эти плюхи. Буду я, короче, самики. Вот, почему я решил эти плюхи забрать. Вот, смотрите внимательно. Чик. 50 и 60. И плюс маскировочки я получил. Чик. И дополнительно у меня появились еще дополнительные скины. Это не может не радовать. Скин на землеройку собран. На Асурика собран. Дерево собран. Здесь не хватает. Вот так вот для чего я потратил эти самые и реально получил топовый скин на землю. Плюс я сейчас добью еще 100 самов. Не 100, а 50, чтобы открыть эти яйца и забрать сумку. Плюс топовых патов и снеки. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.